больше нет необходимости. Сколько песен и стихов, и все про нас, только больше почему-то не дописаны. Возьми за руку, кожа, кожа, пусть заново сердце тоже. Я больше не боюсь, я больше не вижу одни точки и сомнения. В моих венах нету крови, это ток. Я не выдержу такого напряжения. Возьми за руку, кожа, кожа, пусть заново сердце. Я больше не боюсь, я больше неба, я выбираю путь туда, где ты не был, когда терзает грусть. И нет ответа, мне больно, ну и пусть, я против ветра, я больше не. Спасибо. В прошлом году, прямо ровненько год назад, 13 октября, у меня вышел дебютный альбом. Он называется «Нарушая тишину». Вышел он как на цифровых площадках, так и для всех любителей физических носителей на виниле и на CD. Я этой работой очень горжусь, и песня «Я больше неба», она вошла как раз-таки в этот дебютник. А сейчас я нахожусь в процессе записи уже второй пластинки. И сейчас сыграю для вас песню, которая называется «Такси». Она гораздо менее депрессивная, чем то, что вы услышали сейчас. «Такси». Все тебе правило, но
Быстро, слова там несложные, поэтому я думаю, что вы ко мне присоединитесь. Ну, припеве на третьем, на нем же и закончим. Песня называется «Ждать». Еще немного, чуть-чуть, до утра, до поздно и до рано уснуть. Мне бы забыть
обрезал на одну песню. Мое сегодняшнее присутствие на этой сцене подходит к концу. И, знаете, я очень люблю заканчивать свои концерты такой легкой тенью надежды. Что не все тлен, не все печаль, а все-таки в этом мире, в этой жизни есть, и что самое главное, не просто есть, а действительно стоит во главе всего, это любовь. И песен про любовь написано уже много, и я, конечно, не тот автор, который станет исключением и перестанет петь песни про любовь, потому что вечная тема, и все переживания у нас всегда разные. И мне очень захотелось в какой-то момент жизни писать очень светлую песню про любовь. Смешно, что она называется «Я никого не люблю».
играешь со мной? Просто заворожила вся Катя, там прекрасная совершенно. Еще одна история, пожалуйста. Катя, готова.